Анонс и точно дата выхода 46-й серии турецкого сериала «Барбароссы. Меч Средиземноморья». 46-я серия сериала выйдет в эфир 14 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как Барбаросс Хайреддин застает людей, выходящих из дома Айяш-Паши. Когда он открывает их лица, то сталкивается с шокирующим зрелищем. Тиманкеш-Паша и Шах-Сувар же посылают Барбаросса в дом Айяш-Паши, надеясь, что между ними возникнет конфликт. Барбаросс Хайреддин Рейс, считающий, что это Айяш-Паша промахнулся мимо пушек, потребует от Айяш-Паши отчета. Кандиали отправляется в путь, чтобы прибыть в Паитахт к Барбароссу Хайреддину. Но корабль, на который он садится, оказывается кораблем Андреа Дориа. Андреа Дориа тоже задумала приехать в Паитахт и расстроить весь порядок. В то время Кандиели тайно отправился в цитадель на корабле Дориа, Салих Рейс захватил сына папы Медичи. Сестра Барбаросса Хайреддина Сиерия Хатун была похищена. Похитители попросили у Айяш-Паши разрешение на то, чтобы корабль мог причалить к Паитахту без обыска. Айяш-Паша ведет открытую игру с Барбароссом по поводу этого разрешения, запрошенного похитителями Сиерия Хатун. Барбаросс Хайреддин говорит, что разрешение должно быть дано. В Паитах приедут Андреа Дориа и его солдаты. Цель Барбаросса Хайреддина Паши – спасти Сиерия Хатун и найти корабль с пушками мучений. Надеясь проследить за теми, кто сойдет с корабля и найдет предателя. Путь Барбаросса пересечется с солдатами Миа де Луны. 46-я серия сериала выйдет в эфир 14 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.